Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Конец октября на Урале. Вот такая погода у нас стоит. Был снег, растаял. Ну, пришло время подвести итоги моего грибного сезона. Хочу вам в этом видео показать грибочки. Вот они еще есть, грузди. Ну, начнем мы с грибочков. С маслят, рызики и грузди. Посмотрите, какие я грибочки собирал. Приятного просмотра. Хожу, вот встречаются грузди. Собираю маслята. Много разных грибов встречается. Все я вам их покажу, которые я не знаю. Вот еще грибочек встретил. Вроде как масленок. Сейчас посмотрим. Вот их два. Ну что-то какой-то уж больно яркий. Сейчас посмотрим. Оценим его. Вот среди ромашек, как у кулигу нашел грибов. Может, вам неизвестно слово это кулига. Это наше местное, ну, кулигой называем, ну, как сказать, когда много. Кулига ягод, кулига грибов. Местный наш такой говор. Но рвать я их не буду. Видно, что они уже перезрели. Пойдем дальше. Такая красота. Желтые цветочки. Я уже почти насобирал. Иду к мотоциклу. Дойдем, покажу, что я набрал. Вот еще нашел целую кулишку. Видно, что они хорошие. Сейчас я их посрезаю. Покажу вам. Видно, что свеженькие. Вот такие вот. Вот самые первые. Всегда приятно. Потом рыжики пойдут, грузди. Белые. Буду вам показывать. Вот такие они красавчики. Ну, а вот две штучки от бокова. Видно он. Мухи летают, ой, донимают, прям в кадр попадают. Вы, наверное, их видите, жужжание слышите. Ну, что же, лес. Ну, только два шага шагнул. Вот они еще. Ну, сейчас вот эти вот посмотрим. Я тут даже трогать не буду. Ну, видно, маленький. Вот, и сюда. Ну, это, конечно, тоже брать не буду. Сейчас взглянем. Так вот я насобирал на жареху. Можно собирать, можно много набрать, но смысла нету. И вот только немножко надо пожарить с картошечкой. Думал, белые, а это вот маслята. И вот рвать я их не буду, поверьте мне на слово. Они все чистые и чистые, идеальные. Дело к осени, вот они все такие. Вот такая сыроежка попалась мне, пусть растет. Вот, друзья мои, встретил вот такие грибы. Их так много, они вот прям растут линеечкой. Какие они, что, тоже не знаю. Такие никогда не собирал.
Ну, видел. Посмотрите. Может, кто знает. Есть у меня друзья, которые занимаются этими грибами. Все знают про них. Может, ответят. Какие масляточки. Супер. Ну, посмотрю. Если рыжиков мало будет, пособираю маслятки. Но пока рыжики. Посмотрите, какую стайку рыжиков я нашел. Посмотрим сейчас, какие они. Посмотрите, какая стайка рыжиков мне попалась. Молоденькие красавчики. Хожу, вот собираю. Не сказать, что много, но попадаются. Они вот только пошли. Вот такие я люблю. Закрытые. Приятно их собирать. Сразу видно, что они хорошие. Вот еще парочку нашел. Не сказал бы я, что их очень много. Встречаются. Но только они начинают. Вот именно сейчас их надо собирать. День-два, и они будут гнилые уже. Сейчас уже встречаются. Вот супер рыжичек. Тут большой. Ну, видно, что он уже оставил. А это возьму. Ну-ка. Посмотрите, какие они. Вот это супер. Такую кучку нашел. Молоденькие. Чуть побольше. Ну, посмотрим. Вот такие красотулечки. Видите, в подорожниках. Подорожники промеж сосенок. И вот так они это любят. Попишу. Два. Видите? Он спрятался. Ага. Сейчас мы их посмотрим. Вот такой высокий какой-то вырос. Парочка. Вот еще один. Мелкий. Так вот. Собираем их. Такой травки. Подхожу, давно не попадались. И вот нашел три. Сейчас мы их посмотрим. Ну, большой это, наверное, под вопросом будет. Взглянем сейчас. Вот видите, их сколько бывает в траве. Прошел, посмотрел, вот, а еще разгребаем. Ну вот красавчик стоит. Так вот, тихая охота продолжается. Вот такие грибочки увидел. Они вот маленькие, как монеточка. Красивенькие. Первый раз такие вижу. Но даже трогать не буду. Факт, что ядовитые, такие красненькие. Как раз. Тут маленький стоит, малыш какой-то. Ну, интересно. Кто знает, подскажись. Вот грузди. Пожалуйста, полюбуйтесь. Ты что?
Ну, уже большие. Вот. Вот тут такой зачем ползает. Какой-то разноцветный. Ну, бог с ним. Да. Тут он хорошенький. Надо посмотреть его. Смотрите, как спрятались грузди в амху. Такой. Вот еще один должен быть. Да. Вот так. Они у нас и растут. Прячутся от нас. Мы их находим. Собираю белые. И вот мне такой грузь попался. В амху. Ну, интересненький. Хорошенький видно. Такие грузди. Этот уже перерос. Это сейчас посмотрим. Вот он. Тут вот. Нет. Два штуки. Смотрите, какую парочку нашел. Молоденькие. Наверное, хорошие. Сейчас посмотрим. Посмотрите, какие осенние грузди у нас. Красавцы. Да. Такие. Сейчас посмотрим мы их. Такую парочку нашел. Еще. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Такой грусть. Середина сентября. И вот они пошли. Снова молодые, чистенькие. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Всем пока. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Пока-пока.